Всем привет, меня зовут Костя Пауф. Меня зовут Макс Франк, мы находимся в киноцентре ПИК. Блин. На предпоказе фильма «Елки 3». Мы на самом деле снимаем сразу на две камеры. Мы, да, решили устроить такой интерактивчик между нашими каналами. Так сказать, батл, битва. Вот. И в конце будет ссылка на канал и на видео Кости, а у Кости будет ссылка на канал и видео, да, на моем канале. В чем прикол? Мы выскажем каждый свое мнение, не зная о том, кто что говорит. То есть мы в разных местах выскажемся. Вот. А потом сравним, чья точка зрения больше вам импонирует и с чем вы больше согласны. А прикинь, с одинаковой будет точка зрения. Значит, мы вообще молодцы с тобой. Все. Ну что ж, вышли мы из кино, посмотрели «Елки 3». На самом деле фильм, ну, как сказать, в общем-то, назвать его плохим не назовешь. Как вы видите, вон там Макс, да. Мы прям параллельно свои мнения высказываем. Так вот. Прям плохим фильм не назовешь точно. Прям хорошим тоже его не назовешь. Есть забавные моменты, есть интересные моменты, есть даже моменты, которые, так скажем, интригуют. Но, в общем и в целом, фильм показался затянутым, хотя идет он, ну сколько? Ну, часа полтора, там, где-то в среднем, наверное. Но все равно показался затянутым. Это говорит о многом, о том, что некоторые и, наверное, многие сюжетные линии, может, неинтересно или неправильно построен. В общем-то, как, не знаю, как это сейчас правильно сказать, потому что вот я только вышел, еще, так скажем, не очень сформировал свое мнение, но какие-то общие черты я могу, естественно, определить. Много каких-то вот настолько уже нелогичностей появляется. То есть, если раньше прям вот все стыковалось, вот прям вот, вот воедино так, да, складывался пазл, то сейчас, ну, он вроде как сложился, но не настолько логично, как в первых частях. И если говорить, например, о первой части, то мне прям очень-очень понравилась первая часть. Вот прям серьезно, я очень мне понравилась. На вторую часть я сходил, мне вообще не понравилось, честно. Третья часть, так скажем, средняя между первой и второй. Вот. Почему-то многие не любят, когда ставят оценки, но все-таки я бы хотел поставить оценку, а именно 6 по 10-бальной системе. В общем-то, если вы захотите сходить на этот фильм, то точно сходите. Это такая предновогодняя сказка. Вот прям сказка-сказка. Вот прям даже по-другому ее не назовешь. Это было мое мнение. Макс там высказывает свое мнение. Его мнение вы сможете посмотреть вот где-то вот здесь. Вот, ну, я ссылку оставлю, естественно, на нее. Собственно, все. Мы постарались сделать это максимально интересно. Ну, а я пойду посмотрю, что там Макс делает вообще. А то уже интересно. Я вроде все высказался. Ты все, что ли? Я... Раньше просто выключил. А, ну ясно. Я вот сейчас вот все заканчиваю. Где там твое мнение находится? Здесь.